Необычайно быстро меняют эти жаркие июльские дни географию жатвы. На минувшей неделе пора уборки пришла практически во все союзные республики. Работают жатки, комбайны на Украине, в Молдавии, на юге центральной черноземной зоны, Поволжья, Казахстана. Первые сообщения о начале уборки поступили из Нечерноземья. В разгаре работы на хлебных полях Северного Кавказа. В сложных условиях ведут их земледельцы Кубани. Сначала ливневые дожди, они затопили около 3 миллиона гектаров. Затем иссушающая жара. Стихия унесла, как считают, не менее тонны зерна с гектара. И все же сейчас хозяйство намолачивают в круг около 40 центнеров с гектара. Прекрасно показали себя в сложных условиях комбайны «Дон 1500». Но из-за отсутствия жаток 1600 этих мощных машин, приобретенных хозяйствами страны, стоят сегодня на приколе. Уже первый этап жатвы показал, что не изжита старая болезнь. В разгар страды перебои с горючим и маслами. Это, так сказать, из разряда объективных причин. Но чем можно объяснить, что еще сегодня в Костромской, Рязанской, Тюменской, Кировской, ряде других областей и автономных республик России пятая часть уборочных машин не готова к работе? Ведь пройдет немного времени, и это обернется потерями урожая. Кстати, анализ показывает, что, находясь в равных условиях, коллективы, работающие на арендном и других видах подряда, как, например, здесь, в совхозе Костекский Джамбулской области, не допускают подобных промахов. На огромном зерновом поле в 116 миллионов гектаров, это без кукурузы, развертывается в стране жатва. И все выращенное на каждом из них должно быть убрано и сохранено.